Уважаемый Владимир Владимирович, вам обращаются жители деревни Ушакова Переваловского муниципального образования Тюменской области города Тюмени с просьбой о помощи. Наш населенный пункт сталкивается последние годы, особенно этой зимой, с постоянными проблемами и перебоями в электроснабжении. Наши дома постоянно размораживаются, подключаются от света улицами или всем населенным пунктом, либо полностью, либо частично. Низкое качество входящего напряжения, что выводит из строя наши электроприборы. Дома размораживаются, в домах находятся старики и дети. Мало того, что старики и дети, а также старики и дети-инвалиды, жизнь которых напрямую зависит от подключенных к ним медицинских приборов, запитанных от электроэнергии. В настоящий момент, 11 декабря 2023 года, наш населенный пункт более 4 часов находился полностью отключенный. Дома практически разморожены. В Россети, к которой мы обращались несколько раз, не принимают никакого участия и мер для устранения данных недостатков. Владимир Владимирович, у нас нет к вам вопросов. У нас есть огромная просьба. Помогите нам, мы замерзаем. Помогай!